Здравствуйте. Сегодня для работы мне потребуется делать такие трубы, наружный диаметр 38 мм, длиной 120 мм. Вот такое полотно с ленточной пилы, толщина 1 мм, ширина 28 мм, длиной 220 мм. Лист нержавеющей стали, жаропрочный. Размер ее 60 на 80. И вот такие трубы диаметром 10 мм наружные, длиной 170 и 200 мм. Сейчас вырезаю вот такие сектора и буду изгибать эти трубы. Вырезаю сектор. Изгибаю по кругу, делаю конус. Теперь провариваю сваркой. Вот так проварил. Теперь вырежу 4 сектора. Отрезным кругом вырезаю. Теперь изгибаю и провариваю. Обработал шлифовальным кругом. Теперь буду обрабатывать торцовым лепестковым кругом зернистостью R40. Беру трубу, отметил 40 мм и сплющиваю. Обрезаю зубья на пиле. Вырезаю другое полотно. Изгибаю под 90 градусов. Вот такие детали получились. Теперь сверлю, заклепываю и изгибаю дальше. Потом привариваю сюда. Это привариваю так. Изгибаю под 90 градусов.
Теперь под 45. Просверлил отверстие, приварил. Осталось заточить ножи. То же самое. Нож этот буду точить с обеих сторон. Затачиваю шлифовальным кругом толщиной 6 мм. Следующая заточка лепестковым шлифовальным кругом зернистостью R40. Правлю бруском. Провожу испытания. Сейчас март месяц. Сорняков пока еще нету. Вот, немножко кое-где есть. Эти тяпочки у меня для междурядий маленькие. Ну все, спасибо за внимание, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.